Дорогие товарищи, все, чего мы достигли, доказывает, что мы опираемся на самую могучую в мире силу, силу эстонского народа. Мы России убедили, что главной для советской власти забота о нуждах Эстонии. Цвети и процветай, моя родная Нарва. Дорогой Сергей, желаю вам умных друзей, интересной жизни и одной мой рассчитывайте на самое худшее. И доживете до моих лет, а мне уж 149, не дай бог никому. Пламенный коммунистический привет в Нарву. Ура, товарищи! Ура!